Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем финскую жизнь в игре под названием My Summer Car. Как всегда, напоминаю, что произойдет в следующей серии, решайте вы, подписчики моего канала, и сегодня у нас херовые новости, ограбили наш магазин, все подчистую, сволочи вынесли, посмотрите, даже в холодильнике ничего нашим не осталось, в нашем корыте, всю витрину утащили, хоть это была позаимствованная остановка, конечно, но... Тем не менее, диванчик вот только оставили, все алкогольные напитки, сукины дети, кто же так мог поступить, абсолютно здесь все утащили, все напитки и самое главное, кассовый аппарат. Я все деньги с продаж хранил именно в кассовом аппарате, я его раньше с собой возил, если вы помните, прям на прицепе, но решил, блин, один денек, пока я занимаюсь всякими угонами, оставить кассовый аппарат вот здесь вот. И, естественно, сперли. Все на смарку, все абсолютно на смарку. Не знаю теперь, что делать. У нас никаких камер, естественно, не было. Никакой системы безопасности, ничего. Даже дверь, сукины дети, уперли. Надо поговорить, наверное, с Лехой. Может быть, он кого-нибудь увидел. Вот тут весь день. Судя по всему, рано утром совершили. Совершили кражу. А вот как раз-то... Да Лёха, открывай, это я. Ладно, зайду вот здесь вот. А он как раз-то обычно утром здесь сидит. Здорово, Лёха. Что, ты уже в курсе, да? Да, видите, нервный тик у него. Опять перенервничал. Тебе, может, закурить дать? Нет? Не куришь? Ты не видел никого подозрительного? Может быть, ты все-таки заметил? А? Кого-нибудь? Что говоришь? Шипни на ухо. Что-то не слышно. Ты охрип, что ли, заболел еще? Чего? Федька? Это был Федька? Ты думаешь, это был Федька? Ты его видел? Ты его точно видел? Ну-ка, скажи еще раз. Да, он говорит, что это был Федька. Вот же ублюдок. Всегда на меня зуб точил. Да, и он начал понтоваться, друзья, но он ничего не подозревает. Вот и не подозревает, что я узнал все. Ну все, держись, ублюдок. Мы вытрясем из него все деньги абсолютно. Так, сейчас перекурим немного. Выкинем сигарету и давайте, пока он не свалил. Может, он уже что-то заподозрил все-таки. Заваливаться в тачку. Догоним этого ублюдоса. Так, я аккумулятор вроде как уже поменял, да? Да, все, отлично заводится. Пристегиваемся. Ну, держись, Федька. Ну, держись, говна кусок. Так, первая передача. Погодите, ручник забыл. Первая передача. Я точно пристегнулся, да? И давайте встретим его по-дружески, так сказать. Сразу вторая. Сука. Я знаю, что ты сделал прошлым утром. Ублюдок. Так, мы его прижали вроде как. Можно выходить. Давайте поставим ручник на всякий случай. Ах ты, сука. Он пытается уехать, друзья. Он таранит нас. Ублюдок. Мать твоя, ну иди сюда. Так, разгоняемся. Деревенские разборки, поехали. Сейчас заводимся, заглохли. Так, он таранит еще и Антоху, пытается свалить, но не тут-то было. Снова мы пристегиваемся, смотрите, куда-то в лес хочет уехать. Сука, от меня не уйдешь, мразь. Говори, где деньги и где все остальное. Так, разворачиваемся, снова на таран идем. Раз он не хочет разбираться по-мужски, хочет просто свалить, сдриснуть, то будем таранить. Так, вторая передача, давайте лоб в лоб. Так, на всякий случай я постоянно... Нервничаю и проверяю, пристегнулся я или нет, а то может быть всегда летальный исход. Где эта сука? Куда он уехал, мразь? Так, Антоха, ты его видел? Блин, стоило немного отвлечься, и он уже куда-то уехал. Так, ты что, Антоха, хочешь помочь мне? Тоже хочешь рассчитаться с этим пидором? Куда он уехал, черт возьми? Ублюдок. Ну вот чему? Блин, ну вряд ли он выехать смог. Вряд ли он на шоссе успел выехать. Тем более я тут разворачивался пока. Скорее всего, он где-то в той стороне. Так, ну ладно, ничего страшного. Сейчас мы найдем его и разберемся с этим говноедом. Потихонечку, на вторую передачу. Сейчас найдем. Он просто так сквозь землю провалиться не мог, это точно. Наверняка где-нибудь вот там вот, может быть. Так, вон он, по-моему, вон он. Да, вон он, ублюдок, смотрите, нас увидал, сразу развернулся. Так, где, куда он повернул, чмошник? Невозможно за ним уследить. Только что был здесь, 3 секунды назад.
Так, это Антоха. Куда он свалил? Так, давайте вторую воткнем. Потому что я пру на третье еле-еле. Не знаю, опять свалил. Друзья, он просто играет с нами. Ох уж этот сукин сын. Ну, держись, Федька. Как только я тебя найду, остановлю, ты будешь молить Бога просто. Так, чё-то я его вообще потерял из виду. Ещё и заглох, блин, на второй передаче еле тащился. Куда он делся? Чмо? Блин, хорошо умеет прятаться. А здесь трактор у нас стоит. Но Федьку не видать. Так, ладно, стоит, наверное, где-нибудь остановиться и хорошенько оглядеться. Мне кажется, он до сих пор здесь катает. Давайте вернемся к пабу и магазину. Рано или поздно мы его заметим. Все-таки деревня-то небольшая. Попытался я в городе его отыскать, но, похоже, эта мразь из города свалила. Надо выезжать на шоссе и искать его там. Где-то он здесь катается. Я точно знаю, так что... Пристегнулся я нормально. Просто какая-то мания уже. Давайте врубим фары, чтобы было все видно. Разворачиваемся. Даже не знаю, в какую сторону. Поехали в эту. Может быть, встретим этого подонка. Растрясем его на бабки. Я надеюсь, он только не... Ах ты, сука, вот он, ублюдок. Так, разворачиваемся. Тихо. На первой передаче. Деревья сраные. Но мне кажется, мы его догнать никак не сможем. Я еще и в дерево херачился. Блин, дверь отвалилась. Так, ладно, насрать. Потом найдем. Да выезжай ты, говно. Да не, за это время он уже раз сто. Хотя вот он. Отлично, нам повезло. Похоже, он тоже куда-то влепился. Так, он заезжает обратно в город. Ублюдок. Стой, мразь. Петушара ублюдочная. Все, никуда не поедешь дальше. Так, останавливаем его. Нет, он пытается меня протаранить. Так, ну что, решаться, надо решаться. Сейчас, уходим сейчас. Сразу берем и переворачиваем этого говноеда. По крайней мере, пытаемся как-то сделать это. Давай, падла. Блин, я его только сейчас разверну наоборот. Не в нужную мне сторону. На самом-то деле. Так, блин, никак его... Хотя, трос, можно взять трос, точно. Берем трос. Сейчас цепанем к нашей тачке, и он точно никуда не денется от нас. Да стой ты, мразь. Эй, почти. Ну, отлично. Так, все. Этот сукин сын у нас в руках. Теперь далеко он точно не уйдет. Осталось только перевернуть его тачку, потому что легко его не возьмешь. Так, ну-ка, давайте сзади, может быть, как-нибудь получится перевернуть. Сукин сын. Вот же зараза такая. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, почти получилось. Нифига. Но нехило мы так, конечно, подрихтовали его машину. Наша тоже пострадала, особенно дверь где-то там валяется теперь. Нужно будет в скором времени за ней съездить. Но главное, мы целы и нашли этого сукина сына. Только, блин, с ним разобраться, как-то попробовать. Так, ладно, ладно. Идея номер два. План Б. Берем, короче... И едем вместе его, с его тачкой. Так, ручник я не ставил даже. Первая передача. Слышь, ублюдок, верни деньги, а потом уже поговорим. Про гонки и все остальное. Можно, кстати, выехать на шоссе. Может, его собьет кто-нибудь. Ту заразу. Давайте. Не, бесполезно. Он тянет нас в обратную сторону. Я тебе... Прикончу, сукин сын. Да, тоже плохая идея. Короче, ничего мы с ним сделать сможем. Может быть, лучше вернуться к плану А. Или, может, нам повезет и проедет сейчас дядя Толя здесь и протаранит этого вора. Так, ладно, давайте возвращаться к нашему первому плану. Рано или поздно у нас получится его перевернуть. Я почти уверен. Так, во, во, отлично. Ну, почти получилось. Наконец мне удалось этого ублюдка оглушить благодаря этому столбу. Надо пожать руку столбу. Так, все, мразь, говори. Давай, я знаю, ты дышишь, чмошник. Говори, куда ты дел все деньги, а? Это поза раскаяния. Молчит, сукин сын. Твою мать, полиция. Так, быстро кидаем. Кидаем этого ублюдка к себе в салон. И надо отсюда сдриснуть. Так, отлично.
Нормально. Нужно отцепить, пока полиция меня не заметила. Нужно отцепить трос. Хотя можно было его сдать в полицию. В конце концов. Правда, у нас не очень законный бизнес. Поэтому, я думаю, такой не прокатит. Так, садимся обратно в тачку, пока она не выехала сама на дорогу. Все, и погнали отсюда. Сейчас будем пытать этого ублюдка. В холодную воду его засунем. И тогда он точно расколется. Черт, надо угонять от копов как можно быстрее. Жмем, жмем, жмем. Они едут вообще сзади? Отличное место. Вот здесь вот парканемся. Поставим ручник, чтобы не утопить случайно еще нашу тачку. Можно заглушиться на самом деле. Давайте вытаскивать этого говнюка. Не хочешь говорить, значит ничего. Сейчас ты расколешься. Сейчас сполоснем тебя в водичке ледяной. Вот так вот. Ну как? Что теперь скажешь, а? Вытащить тебя? Ты готов? Готов рассказать, где ты все делал? Куда ты все спрятал? Ублюдок. Ладно, еще подождем немного. Ничего страшного, я могу покурить. Почему бы и нет? У меня тут напиточки всякие есть. Молочка попью. Подожду немного. Так, он еще булькает. Главное не переборщить, а то он захлебнется нахер. Так, покурим немного. Что это такое было? А, это я выкинул только что пакет. Ну что, ты готов? Ух, зараза, холодная вода. Быстрее вытаскиваем его. Ну, давай, говори. Так, это кто светит? Подождите. Это еще кто при... Твою мать, копа, надо бежать, надо бежать. Давайте запрыгиваем в тачку. Потом разберемся с ним. Запрыгиваем, заводимся, и надо уезжать отсюда, пока меня самого не сцапали. Так, погнали. Черт, быстрее, быстрее. Так, похоже, отрываюсь. Где-то сзади я видел мигалки. И уезжаем, это кто там стоит? Мне показалось, уже кусты путают с людьми. Третье. Все, поехали. Уже практически ничего не слышно. Фух, насыщенный сегодня был день. Думаю, здесь можно уже остановиться и сохраниться ненадолго. Мы уже куда-то доехали даже. Ну ладно, давайте еще немного проедемся. Вот отсюда выйдем сейчас. На дорогу уже основную. Где-нибудь у обочины остановимся. И хоть немного отдохнем, переведем дух. Надо поразмыслить, что мы будем делать дальше. А я ведь почти починил уже дом родителей. Осталось совсем немного. Так, уезжаем. Где дорога? Ничего не видно за этой пеленой. Еще и фары как-то херово работают. Так, давайте вторую, наверное, воткнем, чтобы здесь вот на горочку забраться. А вот и дорога, по-моему, где-то здесь должна быть. Да, вот она. Отлично, все-таки доехали мы до дороги. От копов уехали. Да, вот здесь вот тормознем. И надо передохнуть. Что ж, самое время заканчивать. Напоминаю, что произойдет в следующей серии. Решайте вы, подписчики моего канала. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео.